нам в студии замечательные две команды, представляющие фантастический фильм по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Они путешествуют сквозь столетия. Это, конечно, русская народная байдарка. Давайте хоровой танец. Чтобы найти правильные ответы. Очень бы хотелось мне ответить суп дня, но ответим мы, пожалуй, окрошка. Надо быть проще, изба. Кому обеспечен космический успех? Я беру ответственность на себя за этот ответ. Интрига у нас мощная. Сто к одному. Сто лет тому вперед. В воскресенье в 10:10 на канале «Россия».